Не знаю, как мне. Не нравится, как я выгляжу. Чё, на высоком? Пускай будет на высоком. Ну что такое? Да, я нажала. А тут начало такое затянутое, блин. Пропустить нельзя. Ну давай, Макс, пока. Я только начала вообще этот стрим. But open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Что он сделал? Что он сейчас сделал, блин? Выпустите меня отсюда. Два часа назад. Клавиатура английская, печатает на русском. Молодец какой. Так, ничего, тут ничего не взять. Paged for you three times already. There's something urgent with the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a soft one. Не, мистеринг. Спать пора, конечно, ты чё? Ребятки, ложитесь спать. Я чуть-чуть поиграю, тоже пойду спать. Давай, пока. Зашли, попрощались, хоть спасибо и на пол. О, это же было в конце первого. Outlast.
don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Are we happy, Mr. Park? Чё надо, блин? Мистер Парк, блин. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park, which I consider more than a kind of programming skill and considerable dedication to the Murdoch Corporation. Fuck me, they're bringing him in. Very dread, только совсем чуть-чуть. Hey, calm yourself. This is a high security. Хоть все в порядке. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. And we'll need to bowl if confusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. Arterial spin labeling is back online. Во, привет, ты чё, смотрел, что ли, как я в ту прекрасную игру играю? Тут. Что ты? Пришёл меня благодарить, что я тебя покормил? You're done here, Mr. Park. Thank you, and goodbye. You need to exit the room, sir. Я всегда перед сном смотрю какой-нибудь ужастик. Сегодня будет чуть-чуть Outlast. Эффект тот же должен быть. Я только в одну или в две игры играла с пошаговым таким же геймплеем. Ну вот, Ни на Куни и... еще какая-то, на ПК. Очень мне, кстати, нравилась игра. В поисках затерянной страны называется. Но там, правда, не пошаговая, но там тоже как бы такого же стиля РПГшка. То есть, типа, ты идешь и натыкаешься на врага, и... начинается бой. Знаешь такую игру? Занзара в поисках затерянной страны. Очень клёво. Очень клёвая игра. Типа там, ну, такой волшебный мир. У тебя типа есть феи. Короче, тебя сопровождают. Тоже стихии там разные. Там может быть фея воды, фея камня. Там... электрическая, там, ну, вот эти все стихии, короче. Ну, это натыкаешься тоже на челов, на эльфов, получается, как будто, у которых тоже феи есть разные. И вот бой, когда начинается, ты там должен подбирать вот эти все удары. Ну, вообще клево. Интересно, Final Fantasy новая, она будет как тоже с пошаговыми боями? Походу нет, тоже, наверное, устарел этот жанр. Mr. Park, are you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for your morphogenic engine program? That's what I heard. Я с переводчиком сидела. Ну, приложение на телефон установила, короче. Вот когда там же, ну, вылезают надписи, и ты типа фоткаешь, и у тебя телефон переводит целый абзац, ну, все, что ты сфоткал, короче, на русский язык. Вот. И вот таким образом, ну, кое-что сама понимала. В общем, переводила таким образом эти диалоги. Я как бы там все поняла, но...
Игра очень масштабная, очень длинная, очень прям надо в ней сидеть. Плюс то, что нет русского языка, это значит, что ты убьешь на эту игру просто до хрена времени. Поэтому я ее так и не прошла. Ну чё? Ну так надо как-то выкручиваться. Начинается байда. Ну ты чё, блин, не поздоровался даже, когда я в ту игру играл? А, это призрак. Блин, у меня руки уже путаются, короче. Я вообще привыкла, что кнопка действия это у нас X. А в той игре, в которой я сейчас играла, блин, кнопка действия кружок, потому что она из японского стора. А здесь, блин, чтобы что-то открыть, короче, квадрат. У меня просто уже голова кругом. Rainbow Moon. Да, этот призрак, как видишь, еще жив. А, в смысле, погоди, еще жив. Это же приквел. Тарейку. В унитазе нет батареек. Блин, надо, короче, кошку. За пару укладывался полчаса и свалил. Надо сохраняться, короче, когда берешь батарейки эти. Я там прошла, короче, такой трудный момент. И все. Решила, что на сегодня хватит. Я там побила, можно сказать, боссов. Ну, завтра еще буду играть, скорее всего. Блин, я плохо помню. Я же это начало проходила, но я плохо помню. А, вот, я к этим опять пришла. Сейчас он мне скажет, уходи по-хорошему. Типа. Что такое? Что такое? Поздравляю. Мне как раз было интересно, выбил ты там платину или нет. Я не смогла сегодня посмотреть, он играл ты или не играл. Значит, играл все-таки. Около 50 часов жестко. Много. На ремейк-то, блин. До хрена. А вот этот, по-моему.